Фух, вот это аквариум! Вау! Всем привет! Сейчас я вам покажу, как леять 500-литровый аквариум. Вот такая вот огромная. О, стеночка передняя у нас. Такая же задняя. Ох, я уже приделал ребра жесткости. Вот они такие мощные. И пойдемте покажу. И для этого нам понадобится аквасиликон, снятие для лака ногтей, у жены забрал, спонжики, пистолетик, что-нибудь подрежем. Нам понадобится такой ножичек, попугай обязательно, Чики, он будет нам помогать. Пока Чики. В общем, погнали. Так, ну что, начнем. Для начала берется вот такая штучка для снятия лака ногтей. И начинаем все торцы промазывать, чтобы очень хорошо силикон приклеился к нашему стеклу. Стекла очень легко можно заказать любого стекольного мастера, который вам их нарежет под ваш размер. Он вам может, в принципе, и просчитать все как надо для аквариума. Вы только скажите место, где он будет стоять, и все будет очень просто. Они очень такие ребята умные, смышленные, все знают, все умеют, все подскажут. Такой вот мой мастер, который мне резал эти стекла, прям консультировал меня тоже. Ну, спасибо ему. Так что сейчас мы все торцы обработаем. Вот спонжики такие становятся грязненькие. А мы их будем менять. Должно, чтобы было все быть очень чисто. И поверхность очень была обработана хорошо. Все стыки стекол мы должны хорошо-хорошо обработать. Вот здесь у нас будет стык к боковому стеклу. Вот здесь у нас будет стык. Вот все мы это должны обработать хорошенько. Теперь будем наносить клей. Все, мы наши поверхности обработали, теперь будем силиконить. Вытаскиваем, у нас есть такой силикон не аквариумный, он нам сейчас не нужен. Вставляем аквариумный силикон, вот так вот раз, обрезаем вершочек вот этот, оп, 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 сразу его сюда. Так, накручиваем колпачок, показываю. Скрываем крышечку. И сейчас я сделаю его более такой, чтобы у меня слой был, ну как сказать, более толстый такой слой. Соответственно, я его буду так под угол резать. Во. И у меня такой слой будет более толстый, он будет идти прямо на весь шов. Все, и показываю. Давайте зайду с этой стороны, чтобы было видно. Сейчас мы аквариум немножко подвинем на краешек, чтобы мне было удобнее. И поехали. Вот таким вот жирным слоем намазываем. Так, теперь мы боковушечку смазываем. Вот это вот. То же самое делаем. Потолще слой, там где у нас два стекла и перемычечка. И пошли по одному слою. Вот сюда. И сюда пожирнее.
Вот так. Вот, замечательно. Теперь мы сейчас проложим сюда бумажки, чтобы, когда я выдавливал стекло, сдавливал, оно не прилипло к этому месту. Ищем бумажки. Так, я еще немножко добавил здесь слой, мне не понравилось, был немножко тонковатый. Теперь мы проложим бумажки. Give me please. Так. Оп. Так, ну что, вставляем первое стеклышко. Вот у нас это стеклышко. Мы его берем. Оп. И я не помню, какую сторону я обработал. Поэтому... Да, вот эту сторону я обработал. Видно. И мы его вставляем сюда. И главное, чтобы клей везде повылазил. Вот видно, что он везде повылазил. Сейчас мы мажем вот этот торец и клеим большое стекло. А этот мы сейчас подопрем какой-то баночкой. Подопри просто баночку. Баночка, где баночка? О, с лимончиком? С лимончиком? С лимончиком это хорошо. Все, так и носиком подперли. Ну, я просто вижу, что оно не будет падать, поэтому нормально. А если вы будете делать, вам надо что-нибудь большое сделать. Такое литров 5-10. Все, проклеиваем торец второго стекла. Ага. Оп. Так, ну, в общем... Второе стекло уже почти наклеено. А, почему я вообще начал все это делать? Потому что у меня жена нумеролог и сказала, что я должен что-то делать своими руками. И я начал. Поэтому спасибо большое жене нумерологу. Будем жить счастливо, богато, все как положено. Погнали дальше. Вот немножко еще уголочек сейчас подмажу, чтобы не волноваться, что хватит силикончика на все. И будем клеить большое. И ставим большое стекло. Ух. О, как же взяться? Вот так возьмусь. Держу, держу. Можете показать. Сейчас мы немножко приподнимем. В принципе, мне уже радует. Теперь идите сюда. Вот у меня ребро жесткости. Оно должно тоже быть приклеено. Поэтому мы разворачиваем силикончик вот так. И туда забиваем клей. Заливаем его. Туда, 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 туда. Вот так замечательно. Вот так. Все. И сейчас мы его придавим. Можно отсюда посмотреть. Вот отсюда. Вот отсюда. Вот мы придавливаем, и он расходится. Окей? Все. Так, теперь вклеиваем вот это вот стекло.
то же самое. Оп. Делаем торец. Вот так можно добавить. Хорошо. И сюда. Тут мы уже знаем, что угол надо помощнее сделать. И пошли по низу. Красота. Вот так. О, окей. Раз. Два. Сюда. Хорошо. Сильно пока не придавливаем. Сейчас проклеим вот здесь. Покажи здесь. Сейчас здесь проклеим. Все, теперь можно и придавить. Вот тут, смотрите, как шов будет расходиться. Опа. 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 Со всей силы тоже не надо придавливать. Силикона должен быть остаться шовчик миллиметрик. Поэтому со всей силы не надо. И вот здесь, вот смотрите, у меня получилось, вот самая малость не проклеена. Сейчас я туда проклею. Попал. Все, треть аквариума склеена. Еще немножко и запускаем рыб. Теперь, чтобы были наши швы красивые, берем мыльную водичку, делаем какой-то полимеризатор, добавляем и так вот пропшикиваем. Шик-шик-шик-шик-шик. И берем волшебный палец. И так вот. Раз. И на бумажку. Раз. И на бумажку. Раз. И на бумажку. Зачем нам мыльный раствор? Все понимают, да, чтобы силикон не приклеивался к стеклу теперь, там, где нам не надо. И он не приклеивается. Оп. Вот так. Также здесь.
Все, ну как вам, шовчик? Красавчик. Так, этот силикончик мы выбрасываем. И у нас еще осталось по наружному, да, вот немножко по наружке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И там. Все по старой схеме. Красота. Так, ну что, погнали, последнее стекло. Берем силикончик. Я купил два на сайте, на всякий случай, но мне кажется, и одного хватит. Так, а где моя поворотная штучка? А, вот. Все, погнали. Заходи сюда. И начинаем. Так, этот силикон плохой, засох, убрать, а хорошенький погнали сюда. Да прилипай давай. Так, вроде ровненько. Вот тут еще подмажу чуть-чуть. Подмажу. И пошли по низу. Здесь у нас слишком близко к стене, поэтому мы сейчас так ставим. Тут наши обойки красивые не запачкать. Не запачкать. Вот так вот. Вот так вот. И погнали. Я не вижу, где поворотик. Вот так. Фух. Фух. Уже открыли все окна. Такой запах уксуса. Как будто из уксуса его делают. О-о-о-о-о. Промажем вверх вот этот стык. Вот мы его сделаем. Раз. Немножко отойди. Попадаю. О, попал. О, все, теперь все красиво выдавливаем. Все красивенько выдавливаем. Смотри сюда, вот как шов расходится. Мы его давим, и он расходится. Ой, красота. Нижний, видишь, хорошо вышел.
Теперь этот выдавливаем. Вот смотри сюда. Вот еще выдавливаем. Вот так. Главное, чтобы не было пузырьков. Отлично. И здесь. Фух, 500-литровый аквариум. Поклеим. Сейчас подровняем только. Я просто счастлив. Да? Фух, вот это аквариум. Вау. Так, ну что, и последние штришки. Мы зачищаем наши стыки. Зачищаем от силикона. Вот так вот. Как залезть, вопрос. Опа! Экстремально. Сейчас будет красиво, если я туда шмяк. Не, я не достану. Сейчас будешь делать супер приспособление. Супер приспособление нож называется. Так, берем вот так. Накручиваем. Опа! И поехали. Кстати, очень хорошо сработало. Супер приспособление нож. Очень ровный шов, кстати, вот я пальцем веду и не чувствую шва, короче, значит, очень ровно стыканул. Так, ну, на этом мы, наверное, закончим наше видео. Я вам все уже показал, швы мы подровняли, все, красота. Давайте еще небольшой такой обзорчик. Аквариум поклеим за час, наверное. Стекла мне вырезали тоже примерно час. Освещение я сделал. Вот такой будет открытый аквариум, чтобы в квартире у нас было много такого влажного воздуха, да, чтобы мы не болели. Простуды, заболевания у нас же от того, что сухой сильно воздух. Поэтому будет испаряться. Здесь может быть какие-то огромные высокие цветы посажу, которые будут расти полуаквариум, полу уже будет на воздухе. Здесь куча рыбок. В общем, будем запускать. Подписывайтесь на канал, следите за видео. Надеюсь, вам было очень интересно. Потому что мне было очень с вами интересно. Прям вообще для вас стараюсь, подписчиков люблю. Вообще жить так интереснее, когда с тобой кто-то следит. Подписывайся. Фух, вот это аквариум. Вау.